У ребят каникулы в самом разгаре, но многие из них продолжают посещать школы, которые сейчас работают в формате летних лагерей. Пример тому – палаточный лагерь «Истоки». Это место, где приключения не заканчиваются ни на минуту. Помните, как мы сами в детстве проводили каникулы, сидя в засаде, а не за компьютером? Как с утра до ночи играли в казаков-разбойников, в отважных ковбоев, пока мама не загонит домой. В нынешнем сезоне городок из 7 палаток снова расположился во дворе школы, в лесном уголке, где стоит неповторимый сосновый аромат, а утром можно насладиться заливистым пением птиц. Наш лагерь приобрел некоторую популярность среди ребят, потому что он очень необычный, у нас в Бресте нет аналогов таких лагерей. Ну и, конечно же, это насыщенная программа, которая, несмотря на то, что мы работаем всего 9 дней, наша смена длится, очень много мероприятий для ребят. Это и выездная экспедиция в Пинск, это и туристический поход. Конечно же, ребятам такого возраста, 12-13 лет, очень интересно познакомиться и с туристской деятельностью, и с краеведением. Вообще наша школа специализируется на краеведении, у нас работает районный ресурсный центр по развитию туризма и краеведения. Поэтому не случайно именно наша школа была выбрана базой для работы данного лагеря. Безусловно, для подобного лагеря нужны соответствующие условия. Размещать палатки на стадионе под лучами палящего солнца не совсем правильно, а потому тенистый школьный парк – самое что ни на есть подходящее место. Те, кому повезло попасть в лагерь, здесь не только отдыхают, но и укрепляют свое здоровье. Большое внимание в этом проекте уделяют правильному питанию, режиму дня, физическим упражнениям. В лагере проходят тренинговые занятия, викторины, деловые, экологические и спортивные игры. Так как мы работаем, да, вот в таких полевых условиях, только 25 ребят мы можем принимать. Возможно, когда-нибудь мы попытаемся масштабироваться, да, сделать больше наш лагерь. Но для этого, конечно, нужно и больше оборудования, и, наверное, делиться уже на 2 отряда, не на 1. Пока что работаем так. 25 человек – это, наверное, такое оптимальное количество, когда за всеми можно уследить. Все-таки ребята в 6-7 классе очень активные, очень любознательные, поэтому за ними нужен всегда присмотр. Каникулы для ребят, которые находятся в палаточном лагере, точно проходят с пользой. Устроившись поудобнее, школьники поют песни, играют на гитаре, играют в мяч и многое другое. А вот чтобы дети не заскучали, программу с акцентом на патриотическое воспитание построили на играх и взаимодействии. Преподаватель, ученик. Я этих детей знаю, я у них веду историю и искусство. Поэтому я знаю психологические особенности, индивидуальные особенности каждого ребенка. И вот здесь, в лагере, моя задача раскрыть, помочь им раскрыться. Здесь атмосфера не так, как на уроке, а атмосфера, которая более располагает для воспитательного процесса и приобретения тех умений и навыков, которые, ну, невозможно дать во время урока или во время занятия объединения по интересам. Здесь они получают навыки уже на практике. Своими впечатлениями о прожитых днях дети делились на традиционном вечернем огоньке, выражая позитивные эмоции. На прощание ребята обменялись пожеланиями встретиться в лагере «Истоки» следующим летом. Лагерь очень интересный. Я получила много новой информации. Было очень интересно. В этот лагерь можно пойти только с 6 класса. Я решила попробовать что-то новое и пожить 9 дней в палатке. В палатке мне жить очень нравится, ну, очень интересно. Я в этом лагере первый раз. Ну, мне вроде все понравилось, интересно было. Друзья все позитивные, добродушные. Научились ставить палатку. Побывали в усадьбе этих Митевичей. Мне здесь понравилось, интересно проводить время. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Телекомпания «Бук ТВ».